И всем привет! С вами Олег Детройт, и сегодня мы с вами продолжим играть в игры, и на сегодня это у нас опять игра Minecraft Morrowind Hut 500 Sold. Я не знаю, что это такое, но я знаю, что есть сериал «Позвоните Солду». Нет, там Солу получается. Значит, это что-то не то. Давайте, в общем, начнем. Одиночная игра «Создать мир». Мир у нас будет выживание, наверное, я думаю. Будем выживать, так, в Детройте. Будем выживать в Детройте. Ресурсы мастерите, поднимайте свой уровень. Давайте дополнительные настройки. Суперплоский мир нет. Большие биомы нет. Расширенный режим просто для развлечения требует мощный комп. Пользовательский давайте выберем или по умолчанию. Генерация строений включена, выключена. Не знаю, что это такое. Деревня Пензи... А, включена, да, пускай будут подземелья и деревни. Использование читов. Окей, у меня читов нет, поэтому будет выключено. Бонусный сундук. Давайте включим, посмотрим, что это значит бонусный сундук. Может быть, тебе когда-нибудь он мне и пригодится. А пока давайте будем ждать, пока у нас загрузится мир Майнкрафт. Какой он будет? Для меня это всегда секрет и большое открытие. Кстати, в одном из выпусков я уже находил деревню, поэтому я особо не удивлюсь, когда я ее увижу. Вначале я не понял, что это такое, я думал, это онлайн-игра или что тут происходит. Но на деле оказалось, что это была просто деревня. Так, что мы будем делать? Что мы здесь будем делать? В десятый раз мы все-таки построим себе здесь дом. Сделаем, значит... Вау. Что-то было, как-то провалился очень странно. Построим себе дом, построим себе, значит, верстак. Сделаем себе молоток. Ну и прочие полезные штуки, чтобы выживать в Майнкрафте. Ну и, конечно, первым делом мы будем строить себе дом, чтобы прятаться от всяких насекомых и прочих штук. Я не знаю, здесь комары, да, и прочее. Вот, чтобы они не кусали, надо строить дом. Так, давайте наберем побольше этих кубиков. Наберем и травы, и всего наберем. Все, что только можно взять, мы возьмем. Сколько у нас кубиков? 23. Да, я, наверное, понимаю, что вам сейчас скучно смотреть на то, как я набираю просто кубики. Поэтому давайте я, наверное, на паузу пока поставлю, чтобы вас не задерживать. Срочное включение. Пока я, значит, нарезал себе кубики, вдруг откуда ни возьмись, появился из-под земли заяц. И я его пытаюсь убить, но он почему-то, я на него не могу попасть. Он летает. Он призрак зайца или что это? Почему? Или он слишком маленький для того, чтобы я в него попал? Не понимаю. А, вот он заяц. Ничего себе, он убежал как. Ну, в общем, я почти собрал все свои кубики, который хотел. Давайте вы досмотрите все-таки. Я не буду еще раз на паузу ставить. Не люблю вообще паузы, потому что когда ставишь паузу, обычно случается что-то интересное. И пока включишь этот бандикам, уже время пройдет. А так вы просто можете свернуть, значит, YouTube, да, и смотреть меня, точнее, слушать как радио. Я часто так делаю, смотрю какие-то длинные обзоры или еще что-то. Просто сворачиваю, слушаю как радио. Мне нравится, так что вот как-то так. Значит, давайте еще соберем побольше кубиков. Как видим, у нас вот уже их вон сколько. И давайте до 120 догоним. То есть еще соберем пару штук. И дом будем строить только из вот таких вот кубиков земельных, так скажем. Землянку будем себе, короче, строить. Вот, и будем там жить, поживать и всякого там добра наживать, в общем. Так, давайте еще парочку, еще немножечко. Так, а, ну вот, все, в принципе, я думаю, достаточно этого. Теперь давайте выберем, куда же нам отправиться. Вот у нас есть пару классных... факел? What the fuck? What the fuck, motherfuck? Я нашел, по-моему, сундук! Ура! Ура, наконец-то я что-то нашел. И что у нас тут есть? Новое достижение. Проверить карманы. А как проверить карманы? В настройках есть это? Проверить карманы. Настройка трансляции. Управление. Проверить карманы.
Так, сейчас, секунду. Выбор блока, выбросить предмет, инвентарь. Ну, на это я так и сделал. Так, проверить карманы, подключить кинематографическую камеру. Это что такое? Переключить. А, F5, это вид менять, что ли, переключить полнейший. F5. Трансляции. F5. Давайте нажмем F5 и посмотрим, что будет. F5. Уу, наконец-то. Вы увидели меня в лицо. Эй, посмотрите мне в лицо. Почему ты крутишься? О, я внутри пустой, как коробка. Да, давайте, в общем, вот так поиграем. А что, прикольно? Я давно вот так хотел. А, вот как у меня кубик в руках держится. Ну, почему он поворачивается ко мне? Давайте еще раз F5. О, вот. Отлично. Знаете, как... Когда я захочу что-то сказать, я буду делать вид от первого лица. Типа, я вам говорю, вот в глаза вы смотрите, я вам говорю. Типа... Типа, как вот еще раз сделать, вот. А сейчас мы с вами идем строить дом. Это будет классный дом. Вот у меня в руках кубик. Вот такой вот, рассмотрите его со всех сторон. И вот сюда вот посмотрите, да. Стойте. Я не могу управлять этой камерой, неудобно. Зачем, кстати, такой вид, интересно, сделали? Но мне нравится. Я могу сделать селфи. Тем более, учитывая, что в реальной жизни я недавно купил себе селфи-палку, но не об этом сейчас. Так, давайте все-таки от первого лица будем играть. Слушайте, так сундук я могу забрать или что? Надеюсь, он не взорвется. Вау! Вот это было круто. Теперь у меня есть все для постройки дома. Теперь я, знаете... Серия будет теперь интересной. Теперь я отправлюсь, значит, не хочу я сейчас упасть, и даже в воду я не хочу падать, потому что я могу, думаю, разбиться, а я бы сейчас этого очень как не хотел. Я хочу сейчас сделать следующее. Я хочу добраться... Стойте. Оу, нет, не умирай, стой. Вот, наконец-то. Я хочу добраться вот до этих вот полезных всяких штук. Как видим, вот они здесь у нас. И я думаю пособирать здесь немного полезного для своего дома. Потому что у меня дом будет состоять только из кирпичей. А мне нужен и песок, и все подряд. Так, давайте нарубим все, что только можно. А нарубим мы это своими топорами, которые мы заполучили абсолютно на халяву. Давайте начнем с таких топоров. Это будет долго, так скажем. Ну, слушайте, я думал, это покруче будет топор. Он как-то с одного удара будет разрушать эти блоки. Может быть, вот это? Давайте, наверное, вот этим топором. Чем он отличается от того, что... Стойте. Я могу вот так вот сделать, допустим. Нет, так я не могу сделать. Так, каменный топор. Каменный топор — это два одинаковых. Деревянные акации. Дальше палка. Селфи-палка, как у меня. Дуб. Факел. Земля. Сундук. Есть такой сындук. А это у нас сундук. Земля. Зачем здесь столько земли? В общем, пускай она будет здесь. Это розовый куст. Поставлю дома. И песок у нас 8 кубиков. Ну, давайте продолжим дальше. Мы пока собирать себе материал для жилья. И еще, кстати, скоро ночь, поэтому нужно будет прятаться. Прятаться ото всех, чтоб нас не съели и не покусали комары. Вот. Поэтому я знаю здесь место, куда можно спрятаться. Но пока что я еще до него не добрался. Надеюсь, темнеть будет не так быстро, как это бывает. Знаете, часто не замечаешь, что темнеет, увлекшись крафтом, прочие штуки. Слушайте, это слишком долго. Я думал, с топором я это сделаю гораздо быстрее. Но на деле топор оказался каким-то дерьмовым оружием. Я хочу другое, я хочу... топор из кристаллов, если вы слышали про такое. Ну,
В основном с ними все и бегают. Я как нуб, просто еще как древний человек, просто с деревянным топором хожу. Так, давайте еще пару штук нарубим и пойдем, значит, строить наш дом. Выберем себе местность покруче. Я думаю, недалеко отсюда, может быть... Ну, давайте еще одну прокопаю. Мне все кажется, что там где-то есть кристаллы. Давайте посмотрим с другого вида, как я работаю. Слушайте, вообще класс. Смотрите, как я там наяриваю. У-у-у! Как классно. Так, я не вижу, что это он делает. Что это он делает? Так, давайте так. Это большая голова. Настолько большая голова, что я ничего не вижу. Как он плавно ходит, слушайте. Вот как это, оказывается, со стороны происходит. Ну, ничего так прикольно. Давайте уже наверх поднимемся. Так, что это я сделал? Давайте вид обратно сделаем. Давайте вид сделаем обратно. Вот так вот. Отлично. Я даже немного потерялся и не понял, где это я нахожусь. Так, давайте, значит, я уже заикаюсь. Давайте заберемся наверх и посмотрим, что у нас наверху есть. Может быть, какое-то место, где я смогу все-таки уже освоиться и начать жить как белый человек. Сейчас, секунду, я только доберусь до туда. Подождите еще немножечко. Не знаю, сколько идет запись. У меня здесь тайминга нет никакого. Ничего не высвечивается, но... Надеюсь, не больше 20 минут я записываю эту серию. Так, давайте еще немножечко, значит, пророем себе путь. Ну, смотрите, уже вечереет, поэтому я думаю, надо быстрее забираться наверх. Да, давайте не будем терять время и заберемся наверх таким вот образом. Это будет более быстрый и разумный способ подняться, так как скоро ночь. Так подождите, уже ночь. Вот дерьмо, надо быстрее прятаться. Я не хочу пока заканчивать так быстро играть, поэтому давайте мы спрячемся от них на своей башне. На башне до небес, так скажем. И будем смотреть на все свысока, и нас никто не застанет и не скушает, в общем. Так. Я высоко, но недостаточно высоко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Еще хочу выше. Еще. Еще немножечко. И вот, я думаю, до облаков здесь никто не достанет. Поэтому будем здесь. Ну, смотрите, какая красота открывается. Я прямо сейчас даже хотел прыгнуть на этот блок, но не буду. И, в общем, ждем восхода. А пока мы ждем восхода, я поставлю на паузу. Инч, арабинч, а бля, нахуй, сука, охуенно, бля. Пока еще темно, поэтому мы, в общем, еще ждем немного. И потом спускаемся с гор вниз. А пока что я пойду налью себе чаек. О, черт возьми, у меня, по-моему, голд какой-то наступает. И, кстати говоря, я не знаю, как есть здесь, как делать так, чтобы он ел. Поэтому я не знаю даже, что делать. Наверное, буду убивать коров и... просто их есть на месте, чтобы не оголодать и не обдрещать, так скажем. Потому что вешу я и так, так скажем, не... Вау, смотрите. Вот это классно. Вот, что я, значит, хотел сказать. Я как Бэтмен на фоне луны стою и в облаках. Ну, просто красота вообще. Вот так вот я, значит, на паспорте примерно выгляжу. Хей, смотрите. Вот, в общем, давайте еще немного ждем и там посмотрим, что можно похавать, так скажем. Потому что сейчас пока не будут спускаться. Это опасно. Вот, блин, я дурак. Пока поставил на паузу, значит, я и поставил и стоп игры. То есть у меня не расцветало. А я в это время там чаек, значит, понимаете ли, наливал. Думал, сейчас приду, накормлю своего... человечка, или как его называть, не знаю. В общем, а тут так выяснилось, что оказывается, все было на паузе, и это было все зря. Давайте начнем понемногу спускаться, будет немного какой-то экшен, я думаю, чтобы просто так не сидеть и не ждать рассвета. Так, сейчас давайте... Мы все ближе и ближе к земле, так как вот упрыгнуть, вы не поверите. Жалко, что здесь нет как в GTA 5 парашюта какого-нибудь.
которым можно спуститься. Подождите. Постойте, постойте. А, нет. Все, так, 43. 44. Ну да, все правильно. Я просто думал, что блоки улетают никуда и где-то там внизу валяются. А, так, кстати, куда мы пойдем и где мы будем строить дом? Вот. Вот это место. Я, значит, здесь построю, в общем, себе дом. Потом, как в Дубае, буду делать острова со всякими там, ну, будка для собаки у меня здесь будет, короче, всякое дерьмо. А, вот, дом вот здесь вот, значит, буду строить. Под водой, интересно, я смогу ставить блоки, я пока этого не знаю. Здесь делаю мост, как в «Игре престолов», значит, у меня будет здесь замок такой классный, небольшой. Ну, а потом я отправлюсь в далекие земли, куда-нибудь в ту сторону, в темноту, чтобы разведать, что там нового есть. Может, там уже где-то цивилизация настолько развилась, что все ездят на машинах, а я как дурак здесь с деревянным топором хожу. А, так, давайте, давайте, я пока не вижу, у меня... Здесь у меня ночь, но на самом деле у меня такой день в самом разгаре, что в монитор светит так, что я ничего просто не вижу. И ненавижу, когда вот такое вот освещение... Не знаю, хотел бы жить в пещере в Майнкрафте, чтобы такого не было. Земля. Вот я и на земле. Но я пока боюсь... Ага, кого я вижу. Смотрите, кто там. Кто там ходит? И это не корова, по-моему. У меня зрение хреновое, но, по-моему, это зеленый. Да, это крипер, по-моему, ходит. Да, даже точно. Вот он. Ну давай, мистер крутой, взрывайся, чувак. Я здесь. Достань меня. Плохо, что я не могу метнуть в него топором или еще чем-нибудь. Ну и куда он пошел, к моему острову, что ли? Эй, отойди, а там... Хотел прокрутить колесики, типа достать бинокль, как в GTA. Я просто недавно играл в GTA. Делал на него, так скажем, тоже небольшой камень. Я могу в него кинуть камень? Ну-ка, подержи-ка. Камень подержи. Так, это мы пока сюда спрячем. Это мы тоже сюда. Так, что нам не понадобится пока? Чем нам лучше пока не сверкать, так скажем. Слушайте, а я же могу сделать палочки, по-моему. Нет, не могу. Странно. Я действительно не знаю, как здесь что крафтить. Я помню, что из... палки можно что-то сделать. Из палки деревяшки нет. Так, так, нет. Из этого ничего не получается. А, так, что ли? Нет. Странно. Так, 5 палок, 3 доски. Нет. Неправильно. А, вот факел, да, по-моему. Кремниевый. Нет? Нет? Нет, это не факел. А как же это делается? Ну, точно не так. Знаете что? И песка добавим. Нет? Нет, не получается у меня пока крафтить. Я не читаю никаких, так скажем, не читаю никаких обучающих книжек. И Вики Майнкрафт, или как он там называется, его я тоже не читаю, поэтому я здесь ничего не знаю. Ну, и так даже интереснее, в принципе, потому что сейчас... Реально, все обзорщики... Так, что здесь происходит? Наконец-то рассвет. Все, они сейчас все будут загораться. У меня целый день впереди. И будем обустраивать себе дом. Как я уже сказал, я буду его строить здесь. Что-то было. Я как-то странно издал звук какой-то. В общем, что я хотел сказать. Интереснее играть, когда ничего не знаешь. Потому что Майнкрафт это... Мир, который надо изучать. Вот мы это... А, у нас же еще и голод. Мы его будем изучать. Кстати, Лололошка вообще, по-моему, сошел с ума, потому что... О, крипер. Посмотрите, я вижу крипера. А, нет, это медуза. Или крипер. Или крипер-медуза. Я не пойму. Ух ты, они еще и ходят. Вот дерьмо. А что за... Нет, нет, быстрее, быстрее, быстрее. Давай-ка. Земельки немного. Почему они еще ходят? Я не понял. Они же должны сгореть. Как так? Напишите мне, в чем прикол. Почему они не сгорают? Уже же день в самом разгаре. Почему этот крипер не подыхает?
И чего они меня еще хотят, что ли, типа, съесть? Какого хрена вы хотите от меня? Ну и как я попаду теперь к себе домой? Ну, как еще не домой, но я решил, что это будет мой дом. Как я туда, в общем, попаду? Раз там криперы на каждом шагу. И почему-то они не подыхают. Новый какой-то дом искать, что ли, мне придется. Нет, не хочу, я уже привык к нему. Так вот, что я хотел сказать насчет ложки. А, да, давайте. Оу, нет, чувак. Нет. Не сегодня. Не сегодня, чувак. Нет. Ну и... О, не хочу я отсюда уходить. Как я не хочу отсюда уходить. Но придется. За мной гонится крипер. И я боюсь, что он рано или поздно меня догонит и будет мешать. А в итоге он вообще взорвет мой дом. И все будет зря, все будет напрасно. Давайте, в общем, нарубим еще немного. Так, знаете что? Я не знаю, сколько серий это уже идет, но я догадываюсь, что около 20 минут. Видимо, около 20 минут. Поэтому давайте я сделаю паузу и сделаем это в двух частях, наше путешествие. То есть мы вот сейчас вот остановимся на этом месте и далее продолжим играть с этого же места. Ну, как вы поняли, я просто поставлю на паузу, начну запись заново и скажу привет, с вами Олег Детройт. Я же не буду действительно ждать целый день, пока крипер пропадет и пока у меня новые мысли не появятся. Я сразу же начну запись и сделаю вид, что это будто бы следующий день и скажу всем привет, а выложу эту запись только через неделю, допустим. Сделаем как-то так. Поэтому вот, смотрите, я сейчас останавливаюсь здесь. Так скажем, паркуюсь на этом месте, делаю вот такой вид, вот такой, и говорю. В общем, с вами был Олег Детройт, подписывайся, ставь лайк, если тебе понравилось, рассказывай друзьям и жди новую часть. Вторая часть будет совсем скоро, я надеюсь, что меньше, чем через неделю. А с вами был Олег Детройт, подписывайся, ставь лайк. Я опять начал говорить то же самое. Ну да ладно. В общем, всем пока!